Вот я снова в лесу. Просто вышел прогуляться. На улице дождя нет. Практически его не было. Земля очень сухая. Так что, наверное, в этом году грибов и не предвидится. Это начало осени. Сегодня первый день. И многие не знают, как выглядит чага. Просили показать, как она выглядит. Вот я в течение часа, наверное, побродил по лесу. Кое-как нашел вот это вот маленькие наросты. Вот эти вот. Это и есть чага. Вот она выглядит вот так вот. То есть я ее сейчас срублю, покажу, как она выглядит вблизи. Так, я не знаю, вот видно, не видно. То есть характерная примета. Так. Вот у чаги вот такая вот должна быть структура. То есть цвет вот такой вот йодистый какой-то цвет. Вот. Что такое чага? Это, наверное, концентрированный сок. То есть раньше, да и сейчас многие его запаривают, этот гриб, и пьют. Чага у всех, у каждой березы свой вкус. То есть каждую чагу, когда берешь, срываешь, завариваешь, она неповторимого вкуса. То есть она не похожа на другую чагу с другого дерева. Но общий вкус у них характерный. Немножко вяжущий. Немножко бывает не вяжущим. Вяжущий — это обычно из-за коры. А обычно, если хорошая чага, то чай из чаги получается сластимый. И вот хотел сразу показать, здесь я нашел нормальное место, в принципе. Не путать вот с капом. То есть это просто нарост древесный. Вот оно. Вот такой вот гриб. Я в прошлый раз рассказывал про него, что из него делают ручки для ножей, какие-то поделки, потому что древесина получается с него очень прочная. И структура у капы очень красивая. Она волнистая такая. И цвет, соответственно, у нее красивый. Вот. А есть еще гриб тутовик, но здесь его не видно. Он бывает похож на чагу. Вон он, наверное, там растет. Да, вон наверху. Я не знаю, видно, не видно. Вон он. Вот это не чага. То есть это какой-то нарост гриба-паразита. Вот она, вся береза почти черная. Я не знаю, с чем это связано. Нет, это не тутовик, это кап, похоже. Вот он довольно-таки большой. Ну, размером, наверное, с голову коровы. Такой большой. Сегодня они мне попадались, эти капы. Их много. Ну, чаги рядом не было. Поэтому я вот выбрал такое место, где есть и чага, и кап, чтобы показать. Вот сейчас
рубим чагу. Я вам покажу. Как она выглядит вблизи. А погода прекрасная. Спору нет. Просто восхитительная. Но грибов и даже намека на грибы нет. Обидно. Сукмень такая стоит. Тут еще где-нибудь должна чага быть, но что-то не видно. Там вроде бы как не видно. Да, вон там еще чага. Но она очень высоко, мне ее не срубить. В общем, сейчас я ее срублю и покажу вблизи.